Вот такую резиночку связала. А, здравствуйте все. Вот такой племяннице. Потом урок запишу, как вязать. Чуть-чуть другую буду делать. Хочу показать, как я двойной рачок делаю. Может, оно и не так называется. Это просто мама мне показывала. Такой принцип. Она и на пикошка, на пике похожа. Делается он в обратную сторону. По два раза. Так вот. Следующую. Долго не буду вас задерживать. Надеюсь, пригодится кому-нибудь. Вот такая.